деньги. Стреляй. Светик. Стоило уехать из Ростова в Париж, чтобы встретить в Париже. Во-первых, я отлично помню этот момент, когда Рощин пригласил тебя, когда у нас была большая компания, он сказал: «Можно я приглашу свою бывшую жену?» А мы так удивились. Говорю: «Ну, конечно, нам же интересно». Да, приглашаю. Тем больше она бывшего. Это другая история. И вот Светик пришла, и мы все, конечно, такие любопытные, заинтересовались, посмотрели. Боже мой, такая интересная женщина. Я с тех пор совершенно очарована тобой. Я считаю тебя очень умная, очень красивая, очень сексуальная, очень остроумная, очень... оригинальная. Она стильная какая. Очень смелая. Давайте посморим, какая Света стильная. Смотрите, просто стильная. Ты необыкновенная совершенно женщина. С тобой никогда не скучно. Ты всегда интересная. С тобой всегда... Ты всегда все... Не все знаешь, но ты всегда имеешь обо всем свое мнение. Это очень ценно. Нет, она все знает про все. И про все. Это другое. Это просто интерес к жизни. Я очень образованное существо. И плюс, когда Светик мне рассказала, что она знает там про эти катакомбы Ростова, про эти там, что там происходило, эти инженерные все конструкции. Господи, ко всему этому еще инженерные. Это вообще просто. Ну не знаю, Света, вот я в тебя влюблена. Ну правда. Поцелуйчики. Вот он, скандал вечера. Мы сделали каминг-аут. Я ужасно счастлива познакомиться с тобой и Серегой. Вот правда, мне прямо комментарии, которые превратились в немножечко в другой мир. Правда, это просто не перевесили. Даже был расскажешь, что ли? Не раз. Ну что, спасибо. Ну, Алла Верды, ребята, дело в том, что за 63 года я уже говорила некоторым. Я терпеть не могу день рождения. Сколько? Впервые за 63 года мне наговорили столько приятных вещей. Спасибо. Я очень рада. Мы с удовольствием. Через 2 года такое скажем, что просто... Надо друг другу говорить. Не, ну правда, она вообще не обошла. Выпьем. Светочка, тебе, с твою красоту. Как ты говорила, что Соня сказала, что у нас тут у него тарелка летает.